Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать новый конструктор. Новый сказок, который мы купили. Да. А кто нам будет помогать распаковывать? Кто у тебя там стоит? Собачка и мужичок. Да, собачка и мальчик будут помогать распаковывать. Ну давай, что тут у нас такое? Junior Lego... И Friends, да? То есть и Junior, и Friends. Ладно. Ну, давай распакуем. У нас, смотри, с другой стороны машинка. И всякие товары интересные. И тетя, которая будет, наверное, готовить все и продавать, да? Да, вот и такой... зайчик. Да, и зайчик ей будет помогать. Вот такой у нас мобильный магазин. Так, давай, что тут у нас? Опа! Все вытряхнули. Ну, смотри, это основание для машинки. Да? Мы распаковали один пакетик. И сделали уже три колесика, да? Давай, сделай нам четвертое колесико. Вот это шина, да, которым колесико едет. А это внутрь диск такой, да? Давай вставляем его туда. Смотри, и получилось. А теперь давай колесики туда прикрутим. Раз, смотри. Вставляем вот так колесики, много как. Они просто защелкиваются, да. Смотри, видишь, вот так вот защелкиваются. Три. И давай вот это сюда также защелкнем. Последнее колесико вот так. Хоп, четыре. Проверяй, едет наша машина? Едет. Едет. Давай дальше собирай. Она у нас умеет ездить хорошо, ты проверила? Да. А руль крутится? Только покажи нам, как он крутится хорошо. То есть тетя может рулить? Он крутится. Здорово. У нее, посмотри, есть стекло. Да, вот здесь впереди стекло, прям как настоящее. Сиденье для водителя. И что у нас есть? А с этой стороны у нас есть касса. Да? И тетя может пробивать. Угу, чтобы чек выдать. Кто-то у нее купит, покупатель, например, вот мальчик подойдет и скажет, я хочу то-то, то-то. Она ему продаст, пробьет чек, да? Вот у нас какая машинка получилась. Мы ее всю быстро по инструкции собрали. Что у нас есть в машинке? А у нас, смотри, впереди стекло, сбоку стекло. Такая корзиночка нарисована с фруктами, потому что тетя будет делать сок вкусный и полезный. Да. А с этой стороны у нас что есть? Дверка, которую открывает тетя. Ну-ка, открывай нам дверку с этой стороны. Вот она, давай. Открывай ее. Оп! И покажи всем, что там нарисовано. Там сок нарисовано. Ну, давай всем покажем вот так. Хоп! Вот здесь нарисованы соки. Можно прийти и выбрать, какой сок купить, да? А сверху, чтобы тетя не кричала... Есть вот такие громкоговорители, да? Где она может объявить, что приехала машина с соками. Приходите, выбирайте, покупайте. Какой вы хотите сок. А вот тетя у нас получилась, да? Да. Тетя, которая будет продавать сок. Да, мой. Да, твой. А ты нашла зайчика для тети? Нет. Ну, поищи быстрее. Вот. Вот он, зайка. Покажи, какой зайка. Покажи-ка, зайчика. Вот он какой. Он умеет хрум-хрум. Морковку. Да, он, наверное, очень любит морковный сок, да? Да. Да, давай. Вот это. Тетя Сатики здесь сок морковный. Правильно, морковный. У нас получилась каруселька такая. Ух, вот она как крутится. Такие два креслица, да? Какие-то цветочки, кружечки. Вот заготовка для мороженки и ящик с нашими вкусными овощами и фруктами. Девочка, да? Да, она вышла и такая, сейчас открою. И открывает, вот. Открывает, и у нее здесь нарисовано, какой сок она делает и сколько он стоит, да? Вот, сколько он стоит. А чтобы сок делать... Пришел дядя и будет ей сейчас помогать. А дядя, смотри, подготовил для нее такой ящичек. В ящичке морковка и яблочко. И он идет и говорит, тетя, принимай. Давай, на, держи себе ящичек.
с овощами, а тетя будет что ли поговорить? Говорит, да, ура, давай будем готовить сок. Вот так вот, да? Давай. Будем готовить сок. А что у нее здесь есть для сока? Ну-ка, стаканчик, да, такой соковыжималка. А там у нас лежит клубничка, да? Вкусная. Ты любишь клубничку? Да. Да, зайчик любит клубничку? Да. Вот зайчик. А морковку? И морковку, да, морковку он очень любит. Да, да. Соковыжималка, мы туда поместили морковку, как заказывал нам зайка. Зайка же любит морковный сок? Да. Она будет два. Вот, давай, зайчик, зайчик ждет. Где зайчик у тебя? Вот он у нас ждет, когда ему сделают морковный сок. Да, и он денежку принес. Принес денежку? Принес. Вот он отдает денежку. Вот, а тетя его так... Вот здесь у нас морковка так крутится. Все, да? И получился морковный сок. Вот он, ну, дадим стаканчик. У нас есть стаканчики. И вот он. В этот стаканчик мы ему нальем морковный сок. Да? Зайка такой берет стаканчик, говорит спасибо. И как он у нас попрыгал, вот, к стаканчикам будет здесь сидеть и отдыхать, да? Кушать мороженка. У нас можно сделать клубничное, а можно сделать вишневое. Ты какое больше любишь? Вишневое. Вишневое, да? Да. Сделаем вишневое. А где у нас вишенка? Ну-ка. Лицом. Вот, да. И вот у нас здесь есть даже для заготовка для мороженки. Давай, тетя выходит у нас. Давай, хоп. И выходит сюда тетя такая. Прыг, да? Вот. И может она сделать мороженка. Да, как мы его сделаем? Мы возьмем, здесь у нас есть такая маленькая вишенка. И вот эту вишенку мы поставим вот сюда, в нашу мороженку. Вот, получилось, да? А теперь мы ее отсюда аккуратненько открепим и дадим в ручки нашей Мие. Да, Мия будет кушать мороженку. Как она его будет кушать? Мороженку покажи, как можно. Ам-ам, да? Вот наша девочка Мия, тетя Мия, будет кушать мороженку. А зайка у нас что пьет? Сок свой любимый. А какой у него любимый сок? С морковки. Да, с морковки. И вот они так. Хорошо. А теперь они все попили, покушали и хотят покататься. У нас есть качелька? Да. Вот, смотри, каруселька какая у нас. Ух, давай мы их сюда посадим. Посадим туда? Да. Посадим, давай посадим зайчика. С одной стороны у нас будет сидеть зайка. А с другой стороны мы можем посадить прям Мию, нашу девочку. Опа, мороженка, видишь, она решила. Все, что покушала. Все, и будем их катать. Ну-ка, давай, запускай, как они у тебя будут кататься. Показывай, как они катаются. Вот, а машину можно туда чуть-чуть, вот так, хоп, чтобы она тебе не мешала, вот. Давай. А закрыть можно? Можно закрыть, да, пусть они уже все сделали, пусть они покатаются. Как они у тебя катаются, ну-ка покажи нам. Вот так. Вот они как катаются. Ой, как здорово! Ух! Давай попрощаемся с ребятами. Пока-пока. Попросим их подписаться на наш канал, если им понравится. Поставить лайк.